А в США тем временем выставили на продажу атомную станцию с двумя реакторами. Ее владелец рассчитывает получить не меньше 36 миллионов долларов. Достроена АЭС, правда, не до конца. Один из реакторов примерно на 50%, а второй на 90%. В торгах, возможно, примут участие иностранные компании, в том числе из России. Строительство АЭС началось еще в 1974 году. К настоящему времени на ее возведение потратили порядка 5 миллиардов долларов.